На старт приглашаются спортсмены. Михеев Владислав, Рогожин Федор, Московская область. Выступление «Сага о Беовульфе». Древнеанглийская сага о Беовульфе повествует о том, как герой Беовульф победил великана Грендаля, оторвав тому руку. Грендель после тяжелой раны сбежал в логово к своей матери, где и погиб. Но, возможно, древнеанглийский скальд все немножко приукрасил. Встречаем. Лёня, домой! Считаю до 13. Браво! Браво! А
а может и не саги. Поймет не только воин, но отрок юных лет. Не помните, не прыгайте, не пойте, не деритесь, когда зовет вас мама, бегите на обед.